Ну что же, друзья, мы снова начинаем наше кулинарное безумие. Сегодня наш кулинарный шедевр будет из моря продуктов. За плитой Денис Курков, шеф-повар ресторана «Урарту». Он готовит жареную семгу с мидиями, цветной капустой и зеленью. Это блюдо есть в меню ресторана, но сегодня мы им накормим наших зрителей. Нужно только сделать ставку в нашей интернет-трансляции. Ставка 3000 рублей. Ну что, будут желающие? Щедрые люди есть? Не забывайте, что вы делаете доброе дело, и деньги эти идут в фонд Добро24.ру на помощь тяжело больным детям. Наш проект постоянно находит новых людей, готовых жертвовать деньги на благое дело. И этот раз исключением не стал. Как только блюдо было готово, мы подвели итоги доброго аукциона. 3000 рублей 3, и сегодня нашим благотворителем становится Любовь Барышникова. Она побеждает в нашем аукционе. Итак, друзья, прецедент. Человек перевел деньги в фонд Добро24.ру. Вот квитанция. Но отказался от блюда, потому что захотел остаться инкогнито. И теперь куда деть эту вкуснятину? Но мы уже решили. Мы позвонили в фонд Добро24.ру. И сейчас сделаем сюрприз одному из его подопечных. Поехали в гости. Ну вот мы на месте, здесь живет Татьяна Никулина. Сейчас мы сделаем ей небольшой сюрприз. Здрасте. Здрасте. А вы нас уже встречаете? Мы идем. Старший такой сегодня, жарный. Иди, встречай, кто тебе что несет. Приходи, пожалуйста. Вас ошарашили, наверное? Да вообще, да. Честно говоря, вообще очень ошарашили. Я в шоке. Я просто в шоке. Слегка. Вы любите рыбку? Да, рыбку любим, спасибо большое. Будет прекрасно, ужин будет. Впервые в нашем проекте благотворитель сделал сразу два добрых дела. Он перевел деньги в фонд Добро24.ру, а также накормил одного из подопечных этого фонда. Так что щедрость и доброта наших зрителей просто не знает границ. А я хочу еще раз сказать спасибо Любовь Барышникова за то, что она смотрела эту трансляцию. И вам всем, конечно же, спасибо. Увидимся на следующей неделе, как обычно. Пока.